Опа! Он ее топит, она всплывает. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Спасибо, кто стучит по экранчику. Спасибо большое за лайки. Спасибо как, огромное. Да, как мы обещали, сегодня показываем купание. Ты на нее садишься, что ли, Федь? Отлично, они реагируют на людей, потому что они всегда с нами, людей они знают, естественно, поэтому очень хорошо. Привет, привет, привет всем. Привет, добрый вечер, друзья. Стучим по экранчику. Нет, он ее даже если и съест, это детская пенка, без слез, ничего страшного не будет. Дела у нас нормально, спасибо большое. Вот наш модератор наш пришел. Это хорошо. Привет, привет, кто присоединяется. Друзья, делитесь трансляцией. И лайки. Спасибо большое, кто ставит лайки. У кого борода такая? А? У кого борода такая? У кого? Что там такое? Лодка? Здравствуйте, здравствуйте. Накупаемся и пойдем с вами в стрим. Что делаешь? Что? Что такое? А? Да, Ульянка, спасибо, кто делится. Спасибо большое, друзья, спасибо. А что ты там делаешь? Федь, ты зачем? Федь, не надо так делать. Федорушка. Не надо. Ой, кто поплыл? Опа, занырнул. Где там Федя? Опа. Федя. Федь, ты где? Опа. Снимай пенку. Снимай пенку с глазиков, давай. Во, молодец. Ульянка уже накупалась, она не любит плавать, она купается просто под душем, поэтому быстренько помылась. Федь. Да? Ты пропустил рыбку? Ульяночка тут, она у меня на плече, как обычно. Такими зубами мы все рыбки покушали и съели. Она рыбки. Не любит наша девочка плавать. Все. Я ее быстренько помыла. А Федюша принимает ванну, как обычно. Ой, всплыл у тебя кораблик, да? Ушел. Нет, ванну он не грызет. Зачем? Сейчас. Ой, спасибо, Лана. Большое за... Как это называется? Это сердце, да. Это было примерно так и в детстве. Вот видите? Давай. Это был Феденька, да. Да, ура. Он просто там еще маленький. Ура, скажи, да. Ура, Федь. Ура. Он с детства у нас в заплывы уходит, очень любит. Классный, спасибо вот... за мороженку, спасибо большое. Там шарик? Ну, ну дай показать-то. Жалко, что ли? Дай черепаху покажу тогда. Ты черепаха. Там шарик. Ну, прикольный вообще. Мне нравится. Тебе жалко, что ли? Дай... Моя игрушка. Лодку покажу, можно? Лодку покажу. Спасибо, что подписались. Мы все... Нет, не всегда с ромашкой. Сегодня у нас не ромашка, но сегодня... У нас сегодня череда. Я специально уже... Не, не надо, Федя, не надо. Туда уже добавили. Не надо, я уже добавила, не надо. Добавили. Добавили. Чтобы вы больше меня не спрашивали. Рыбка уплыла, да? А как она плавает? Сейчас я вам покажу. Гигантские макаки плавают под водой с открытыми глазками. Давай сполосну глазки. Иди сполосну глазик. И все видят под водой. Да? Они обожают нырять. Обожаю их. Нырок. Молодец. Всплываем. Всплываешь? Нет? Знаете, с обезьяной так. С ней может быть проблема постоянно. То есть... обезьяна проверяет своего хозяина, скажем так, на вшивость всю жизнь. Ты опять с лягушкой во рту лазил? Плавал, да? Какую мечту? На 48-ю. О, посмотрите, как он сидит. Нет, крысок у нас тоже нет. Спасибо, они... Ножки выпятил вперед и сидит. Да-да, сводная, сводная.
Обезьянки живут, вот эти данные виды, 25-30 лет. Таджикистан, привет! Таджикистан, привет! Тамбов! Как приятно, что отовсюду, ребята, нас смотрите. Очень приятно. Мы пойдем туда? Ну, наверное, давай. Так, сейчас, ребят, Федя будет мыться, чтобы нас не забанили, так скажем. Вот, сейчас мы вас переключим. Мы сами рады, потому что безумно ее любим. Федь, тебе с легким. Глазки, давай вытрем глазки. Здравствуйте, здравствуйте. А Ульяна спит со мной в обнимочку. Молодец, сумочка. Зубы? Да что вы, нет, конечно. За что ж такое живодерство-то? Боже упаси, нет, конечно. У нас все зубы у всех на месте, и когти тоже. Покажи, это я не вижу. Видно? Видно зубики, что они на месте? Клычки, клычки, главное смотреть. У наших все на месте, с легким паром. Спасибо большое.